Давай, говори, действие форминатора. Опять, если он короткошерстный, стой. Вот видишь, у нас не мяукает, а мяукает, а видал, вон. Нет, форминатор нас... хорошо вычесывает. А, о, офигеть, вообще класс, надо его всего почесать, быстрее. А вот это, я люблю вот такую. Какую, поближе покажи. Потому что это поудобно. Видишь, она ну-ка. Сколько, она еще больше учется. Ну, вообще это для тримминга собак. Ну, не спеши, покажи, вот мне в камеру сейчас ее придвинь. Ну, вот подожди. Сейчас я волосню уберу. Вообще это не для кошек штука, это для тримминга собак. Как это называется? Я не знаю, как это толком называется. Тримингуется, шерсть щипится собачья. Тримингуется шерсть. Ну, собачья. А Луис, он балдеет, да. А Луис, он нормально. Он, может, и твоя будет балдеть, кошка. Ну, если короткая шерсть, если длинная, то не получится. А длинная, а для длинной чего? Ну, для длинной просто щетки. Ну, вот, которую я показал ему. Это, вот это форминатор. Нет, вот я показал ему расческу, которую я чешу его. Это ну, да. Херня или ну, нормально? Можно только без, наоборот, без этих. Без шариков, наоборот? Без шариков. Фе. Ну, вот такая вот фигня. Просто это по костям ему тяжело, а это по чуть-чуть, по чуть-чуть. Он, видишь, и сидит это, и может и твоя будет это балдеть. Ну, Луис приучен. Ну, так-то да. Он и феном сушится, куда деваться. Ногти стрижется, да, и голова вон у него. Ну ладно, просто все. Просто это да? Форминатором по башке не проедешь, а это маленькое. Угу. Ну все, отличная рекламка, спасибо. Потом Диман нам пришлет действие своего. Ой, как с хвоста по шерстку вычесывает. Фу, мне тут на стол наложило. Ладно, все. Все, кот ушел.